Катя, прокомментируй, пожалуйста, сегодняшнее свое выступление. На что ты рассчитывала и рассчитывала ли вообще после русской зимы обыграть Сашу Гуляеву? Моя задача была всегда бороться до конца, и какое-то место принесет для меня не важно. Главное быть довольным после своего выступления. Задача моя была показать лучшее время, ровно начать вести бег с холодной головой. И слышала тренера, как он болел за меня. Это, конечно, меня очень поддерживало. И как он кричал за 150 метров: давай, давай, Катя, давай вперед. Это дало мне сил. И получилось выиграть. Я вообще очень счастлива, что это принес мне еще личный рекорд. И я впервые стала чемпионкой страны в помещении. То есть, когда ты увидела, что Саша начала снова, ну, как она любит, очень быстро, ты решила, что нет, я с ней не побегу, я подожду и посмотрю, что будет. И особенно, когда ты увидела, что Саша побежала не одна. Я всегда чувствую свое состояние и люблю бежать в свои ощущения. То есть, если я чувствую, что мне быстро не нужно бежать, как вы знаете, то и не нужно этого делать. То есть, я знала, что я пробегу ровно и могу пробежать ровно на высокий результат. Поэтому зачем мне начинать быстро? Главное быть довольным своим бегом. А еще старты в этом сезоне? Я подавала заявку на участие в международных. И, конечно, хотелось бы участвовать на чемпионате Европы. Но, к сожалению, пока нет ответа. И думаю пока, что это последний заключительный старт сезона. А не хотелось полторашку, я не знаю, там пробежать милю на Алексеева, например? Ну, именно к 1500 метров мы особо не готовились. То есть, как бы, там нужно делать немножко другую беговую работу. Вообще, в планах, если бы не была довольна сегодняшним выступлением, то, может быть, и на 1500 метров стартанула. Но тренер сказал, что, как бы, ты сделала все, что могла, ты выложилась, ты отработала, и на этом, в принципе, можешь сезон закончить. Мировой, ну, лучший результат сезона Эйджи Уилсон, минут 58. Где, по ощущениям, находится вот этот вот результат? Для меня? Да. Но это быстрые секунды с Эйджи Уилсон. Ну, то есть... Мы очень давно встречались на дорожке, еще с 2013 года, с чемпионата мира в Москве. Очень сильная бегунья. Конечно, на 58 это быстро. И мой сейчас, на данный момент, личный рекорд помещения – это 2 минуты 59, да? 2:59. Ну, работать, работать, еще раз работать. Ладно, Кастер Семеня должна выступать? Без комментариев. Но если она получает статус как бы бегуни, да, не бегуна на средней дистанции, то вполне имеет право как бы не мне решать. Главное, честная борьба за честный спорт, поэтому... Тактический забег или бег на результат? Бег на результат. Хорошо, спасибо, Катя.